Управление юстиции Берлина поручило столичной прокуратуре передать России информацию о состоянии Алексея Навального, но лишь при личном согласии самого оппозиционера. Об этом ведомство сообщило в пятницу в Твиттере. Ранее российское руководство высказывало сильную обеспокоенность тем, что Германия отказывается предоставлять такие материалы, ссылаясь на тайну следствия, но при этом немецкие политики говорят о применении отравляющих веществ как о факте. Так, журнал «Шпигель», цитируя главу разведки Германии, рассказал о более жестком варианте новичка. От нас требуют расследования. Оказывается, все те, кто сопровождал Навального, потихонечку тоже в Германию перебираются. Все это очень неприятно и наводит на серьезные мысли. Поэтому в интересах наших германских коллег все-таки свое реноме защитить и предоставить всю необходимую информацию, которая хоть как-то проливала бы свет на их абсолютно пока голословные обвинения. В российском МИДе происходящее назвали отказом правительства ФРГ от установления истины в рамках объективного расследования. В Москве надеются получить информацию хотя бы при посредничестве Организации по запрещению химического оружия. Но, по словам Сергея Лаврова, никаких фактов, подтверждающих использование отравляющих веществ, не было и в ОЗХО. Хотя, по данным немецких СМИ, специалисты организации еще в выходные посещали клинику Шарите. Привет, пошли с нами.